Прошедшую субботу военный аэродром «Северный» на один день перестал быть режимным объектом и впустил на закрытую территорию всех желающих. В свой профессиональный праздник летчики спустились с небес на землю, чтобы пройти парадом по взлетной полосе и принять поздравления. 12 августа 2013 года исполнился 101 год со дня образования военно-воздушных сил России. 101 год назад впервые воздушный флот России заявил о себе как серьезная сила. Для каждого из нас, для тех, кто сегодня стоит в строю, для тех, кто честно отдал свой долг служению Отечеству, это большой праздник. Давние друзья летчиков, десантники, продемонстрировали свои боевые навыки всем гостям праздника. Опасные трюки были восприняты с восторгом, ведь понять, где заканчивается человеческая сила и начинается ловкий фокус, было практически невозможно. Свой дом, небесные просторы, военные на один день уступили легкой авиации. Над Северным взлетели стремительные яки. Яркими цветами в небе распускались парашютные купола, а после небольшой передышки воздух прорезали моторы парапланеристов. Мы тоже относимся к авиации, хотя так называемая сверхлегкая авиация. Сверхлегкая авиация, но все же авиация, и мы этим горды. Небо, оно всех объединяет и всех мирит, если хотите. Общее для всех, одинаково опасное и непредсказуемое для каждого. Стихия, которая растворяет в себе и не позволяет думать ни о чем другом. Каждый, кто побывал в небе, может говорить лишь о том, какое волшебное чувство свободы оно дарит. А сами летчики говорят о своей профессии только с нескрываемой гордостью. Летчики... Это романтики. Это в первую очередь романтика. Профессия хоть и рискованная, но в своем роде очень красивая. Летать не каждому человеку дано. Для того, чтобы выполнять полеты на таких великолепных судах, необходимо хорошее здоровье в первую очередь. Ну и чувствовать самолет. Ну, для этого, конечно, учат еще 5 лет, как минимум. Это одна из самых красивых профессий в мире, но быть летчиком – это просто непередаваемое ощущение. После таких разговоров они не смогли удержаться и все-таки показали зачарованным зрителям свои воздушные суда во всей красе. Анастасия Николаева, Алексей Гарин, РТВ Иваново.